что пляшут вши над теменью вечной глуши. Вместе с ветром скажи, на чьих ты снах ворожил, укрывшись в ночной тиши. Лестры, как ножи, ты их в паутину свяжи и жди до лета. Спеши, у ночи краткая жизнь, ей утро путь проложи и раз. Thank you.
Отец Небесный и Мать наша земная, я скоро приду в ваш дом. И пусть я буду достоин вас, и смерть пусть очистит меня от скверны. И если вы направили меня на путь чести, я ее заслужу. Thank you.
Уходи, уходи с песней ветра осеннего. В золотые листья леса укутайся, согреваясь в наступающий холод. Мира тебе, путник, мудрости тебе ищущий, побед тебе сражающийся. Земля остынет, тьма обнимет ее слепым объятием. Два ворона будут тебе спутниками. Слушай, говори с ними, будь с ними. Твое сердце — жар недр земных, бьется в ритм с плотью земли. Очи твои — звезды-младенцы, ищущие родителей в бескрайнем небе. Ветер — дыхание. В небе вороном двум родич. Отцу несут они виденное. Через водовороты бурлящей крови плывут образы сумрачных тысячелетий. Бесконечные круги воплощений, как листья осенние, опавшие в свой час. Эхом девятикратным прокричат все твои имена, твои тени. Где стихнет ветер и погаснут недра, услышишь ты там шепот повешенного. Увидишь среди звезд родителей одноглазого. Подарит тебе он знаки, тьмой звезды закрыл. К плоти из почвы и к звездам из плоти путь твой будет открыт. Начинается сказ того, что Бальду Доброму стали сниться дурные сны, предвещавшие опасность для его жизни. И когда он рассказал те сны асам, они держали все вместе совет, и было решено оградить Бальдра от всяких опасностей. И Фрик взяла клятву с огня и воды, железа и разных металлов, камней, земли, деревьев, болезней, зверей, птиц, яда и змей, что они не тронут Бальдра. Она это сделала и другим поведала. Стали Бальдр и асы забавляться тем, что Бальдр становился на поле Тинга, а другие должны были кто пускать в него стрелы, кто рубить его мечом, а кто бросать в него каменьем. Но что бы они ни делали, все было Бальдру нипочем, и все почитали это за великую удачу. Как увидел то Локи, сын Лаувеи, пришлось ему не по нраву, что ничего не вредит Бальдру. Он пошел к Фрик, Фенсалин, приняв образ женщины. А Фрик и спрашивает, ведомо ли той женщине, что делают асы на поле Тинга. Та отвечает, что все, мол, стреляют в Бальдра, но это не причиняет ему вреда. Тогда промолвила Фрик, ни железо, ни дерево не сделают зла Бальдру. Я взяла с них в том клятву. Тут женщина спрашивает, все ли вещи дали клятву не трогать Бальдра? Фрик отвечает, растет к западу от Вальгаллы один побег, что зовется Амел. Он показался мне слишком молод, чтобы брать с него клятву.
Локи заговорил с ним: «Отчего не метнешь ты чем-нибудь Бальдра?» Тот отвечает: «От того, что я не вижу, где стоит Бальдр, да и нет у меня оружия». Тогда сказал Локи: «Все ж поступи по примеру других и уважь Бальдра, как и все остальные. Я укажу тебе, где он стоит. Метни в него этот прут». Хёд взял побег омёда и метнул Бальдра, как указывал ему Локи. Пронзил тот прут Бальдра и упал он мертвым на землю. И так свершилось величайшее несчастье для подруги людей. Когда Бальдр упал, язык перестал слушаться асов, и не повиновались ему руки, чтобы поднять его. Они смотрели один на другого, и у всех была одна мысль о том, кто это сделал. Но мстить было нельзя, было то место для всех священных. И когда асы попытались говорить, сначала был слышен только плач, ибо никто не мог поведать другому словами о своей скорби. Но Одину было тяжелее всех сносить утрату. Лучше других постигал он, сколь великий урон причинила асам смерть Бальдра. Когда же боги обрели разум, молвила слово Фрик и спросила, кто из асов хочет снискать любовь ее и расположение, и поедет дорогой в Хель, и постарается разыскать Бальдра, и предложит за него выкуп Хель, чтобы она отпустила Бальдра назад в Асгард. И тот, кого называют Хермод Удалой, сын Одина, вызвался ехать. Вывели тут следнего, коня Одина. Вскочил Хермод на того коня и умчался прочь. Thank you.
оставил птичий. В небесах над нашей хатой закрутилась колоблема. Thank you.